Да, это не кликбейт. Сегодня в полночь на официальном твиттер-аккаунте разрабов FNF вышел огромный слив с ректремиксами, где нам показали почти все песни вплоть до шестой недели. Также показали полную версию ректремикса Blamed песни Пика и полную версию ректремикса Хай песни Мамы. Сказать, что я рад? Ничего не сказать. Что ж, дорогие FNF-еры, мы дождались. Обновление FNF уже скоро. Я бы хотел сказать спасибо. Спасибо разработчикам FNF за мою жизнь. Ведь если бы не эта игра, я бы был совсем другим человеком. У меня бы не было моих лучших друзей, ведь познакомились мы из-за одного общего интереса — FNF. У меня есть официальный мерч по FNF, у меня есть плюшевый бойфренд, да и вообще я благодарен этой игре за то, каким я стал. Спасибо. Ладно, а вот из интересного. В плейлисте с двумя слитыми и ректремиксами есть видео со знаками вопросов, в котором вообще непонятно, что происходит. Вот, послушайте сами. Сначала какие-то звуки ГФ, либо БФ, потом какая-то мелодия, а дальше я отчетливо услышал песню Пика, только замедленную и с другим инструменталом. После Пика поет снова какую-то песню, если честно, похоже на Сауф. И в самом конце, я уверен, спрятан какой-то шифр, либо азбука Морзе. Все это очень интересно, ждем, что же будет дальше. Ну а с вами был я, Эвл, ждем обновления FNF. Всем пока!